Я на улице Баженова. Почему-то красный свет не загорелся. Ну вот там фазанка. Помню эту фазанку в советских времен, да? Ну, пойдем. Пройдемся по местам своей юной славы. Ну, в эту фазанку я приходил. Зачем вот я здесь была? Несколько раз я приходил. Улица Баженова. Даже можно зайти. До дома не было. Он потом появился, потому что там вот территория фазанки. Шах. Когда вот ТСО называют шахом, это как-то вот очень странно. Только кавказцы могут додуматься. Такие претенсионные названия дать. Пролетарскому заведению, да? Это. Так, что там за улица? Тоже вроде прожжено. Явно другая улица должна быть, но названия нету, да? Ну, ладно, на этом мы завершаем этот видеоролик, вот обзор сделаем и назад туда.